День добрых дел. В свои 4 года Настя нежная и скромная, как цветочек. Она бегает, танцует, говорит. Но, как и другим особенным детям, все это ей далось нелегко. Семье девочки пришлось многое преодолеть. Страх перед диагнозом, выбор методов восстановления, откаты назад. Но мама ребенка никогда не опускала и не собирается опускать руки. Во время беременности мама смогла доносить Настю только до 7 месяцев. Когда малышка родилась, у нее сразу же диагностировали кровоизлияние и кисты в головном мозге. Врачи предупредили, в нашем городе такими серьезными случаями не занимаются. Однако родители девочки в это не поверили. Они нашли для дочки педагогов, специалистов по лечебной физкультуре и массажу. Скоро появились первые успехи. Ребенок научился держать голову, переворачиваться. Но внезапный шаг назад, будто бы и не было никаких занятий. Насте сделали томограмму. Выяснилось, что у нее тяжелое повреждение мозга – лейкомаляция. Когда врач озвучила эту информацию, я почувствовала себя абсолютно беспомощной, вспоминает мама Насти. «Тогда я занималась с ней с каким-то фанатизмом, – говорит мама. Забывала поесть. Я тогда спросила себя, люблю ли я свою дочку или меня просто занимает все это лечение. Потом я стала спокойнее. Увидела, наконец, за всем этим саму мою дочку Настю. Тогда я почувствовала, как это неоценимо, что она вообще есть. И я ее, конечно, люблю». Настя, несмотря ни на что, продолжает развиваться. Хотя сбои случаются. Двигаясь вперед, откатываясь назад и снова вперед, она научилась, к примеру, сидеть и вставать у опоры. Девочка посещает Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Ей там нравится. Она все больше и больше тянется к детям. «Но без нашей помощи подопечным Центра «Дорогу и добра» не справится. Чтобы ребята продолжали заниматься, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 10-ю часть этой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС». В наших силах сделать так, чтобы особые ребята росли и развивались наравне со сверстниками, ходили в детский сад и школу, радовали родителей и педагогов своими маленькими, но очень важными успехами. 3443.